Всем привет, дорогие друзья, с вами Жака. И Влад. И сегодня мы играем на режиме мини-игре под названием Minor Wear. И сегодня мы играем с нашими подписчиками, да. И Влад объясняет, что здесь нужно делать быстрее. Да, ребята, это такая мини-игра, в которой включены еще мини-игры. Может, не знаю, даже как объяснить, хочу. Это мини-игра в мини-игре. Сейчас нам в чате будут писать Нам будут писать в чате, что нам нужно сделать. Мы должны это выполнять. Если мы все правильно сделаем, то нам справа дадутся... Балл. Нам дадутся, да, один балл. Вот. И, кстати, вот сейчас нам сказано, не падайте вниз. У меня такая тактика офигенная есть. Стоем на пересечении блоков, а точнее мне я подсказал. Там где 4 блока, да, то есть? Да, и... А я, кстати, давно так уже придумал. Да, ну, это еще... Да, я помню, когда еще мы играли в сплив с листвой. Да. Да, мы это делали. Так, все, ждем, тем. Вот, и главное просто не упасть сейчас. Так, и, кстати, еще, тут еще какая-то модификация сейчас к игре она добавила, что у нас тут только босс-геймы. То есть тут каждый раунд, каждую игру какие-то модификации. То есть, допустим, может быть модификация, что только будет одни PvP или что-нибудь такое. Ну вот, короче, модификацию какие-то, босс-раунды какие-то. Так, ой, сейчас нам нужно над зомби убегать, да? Что да, и вот я ненавижу, на самом деле, этот... Нет, не режим. Ну где-то нужно секунду. Уходим. Зомбай. Я тут тупик! Нет, там другой зомбак. Блин! Я сдох. Я тоже. Тупой не режим, не люблю его. Там еще кто-то долго надо продержаться. Капец. Там понимаю, знаешь, там секунд 15, хотя бы там, блин, чуть ли не минут. У Костяна, смотри на Костяна, что у меня скин. Ты можешь купить. Блин, какой-то скин был. Кстати, я еще плащ оптифайновский сделал. Вот. Так я его не вижу. Ты же меня оптифайна. Ну, тебе нужно что-нибудь оптифайна. А вот. Ну, я думаю, всех есть. О, не услышал, никому не дали очко. Что делать? А вот я тебе говорю, вот это не люблю этот босс это раунд. Блоки, да? Типа все время то же самое будет теперь. Ладно. А я путаю, просто есть раунды. Вот есть где-то типа нужно не упасть вниз, а есть где надо упасть вниз. Тут, по-моему, все просто. Не, ну помнишь, когда мини-игра была, что нужно было упасть вниз. Да. Вот. Я что-то путаю, где не надо падать, а где надо. Тут, слушай, вот босс раунд, типа, тут все время будет то вот этот, то зомби, то вот этот, то зомби. Да, меня вообще не будет, да? Ну, вроде бы да, если не ошибаюсь. Может, будет. Хорошо. Да, будем надеяться, что будет. Есть еще такой режим, короче, что если ты проигрываешь, то тебя отнимают сразу же все очки. Ух ты. А это, то есть, рандомно выбирается, да? Это, да, или? Да, каждую игру по-разному. Хорошо. Так, все, ну это было изи. Да. Так, спидап, что делать? Ну, это просто покажу, да. Ну, блин, вот это... я тебе говорю, да, это вот это не очень хороший режим нам попался. Ну, конечно, ну ладно, пофиг, поиграем, потом уже может... Думаю, другой! Зомби. Конечно. Как я опять сдох? Я не понимаю. За мной вообще там какой-то маленький зомбак побежал. А я походу, просто его не заметил еще даже. Так, ладно. Фух, собжались. Интересно, кто мне теперь сейчас? Штурмовик. Ага. О, мне вообще один выиграл. Отлично. Нет. Что, да, что? Сейчас опять будет. О, не, что другое. Влад, Тима. В тим. Хорошо. За мной бегут. Меня убивают. Меня выкинули. Меня убегают самым первым. Меня убивают. Все, я тоже выкинули. Ты что за ерунда, Влачок? Обдёрн мой спиной. Ты еще ударил, я отлетел там сам. Эх, ну сейчас. Саму задницу. О, слава богу, никто не вырвался вперед. А? Так. А, Юшкин, Матрёшкин. Нет. Мне все видно. Так, все, продолжаем. Да. А у тебя ВК. Ой, это в Радкале слышно, да? ВК. Да, да, конечно, слышно. Так, блин, никто не может вырваться вперед, а капец, это вообще жесть. Сейчас вырвемся. Ой, вот это я тоже не люблю. Выиграю. Да, конечно. Че, ну спорим, сейчас выиграю. Давай, попарим. Давай. Что-то я вообще не крашу. За мной кто-то идет, все время все за мной закрашивает. Вы что, издеваетесь, что ли? Вот коричневого много закрасил, нужно коричневого закрашивать. Вот и все. Как? А у тебя какой был цвет? У меня очень красавец. Сплив! Неважно, какой у меня был цвет. Главное, что ты рейси. Ой-ой-ой. Я просто буду бегать! Ой, нифига себе, чувак, ты видел, как он прыгает? Знаешь, какой ты был? Прыгает, а передо мной все блоки убираются, один только стоит. А я, кстати, тут какой-то читак играет. Я же подлетел. А, блин. Ой, Влад, а чё говоришь? Ну, я в топе, так что... Ну, сейчас буду я в топе. Слышь. Сейчас будем мы в топе, так сказать. Нет, допустим. Так, подписчики, падайте вниз. А чё, снова тут бегает. I got the move, my jagger. А Брэндон хочет меня скинуть, ненавижу его. На-на-на-на-на, я убегаю. А, ой-ой-ой, тут уже реально какой-то паркур пошёл. Хух, я выиграл. Я пока кул. Ну-ка. О май гад. Нет, опять то же самое. Ладно, хорошо, встаем на пересечении блоков и ждем. Ну, этот чувак, блин, слышал. Ребята, не вставайте в меня, пожалуйста, уйдите, не мешайте, так, пожалуйста. За скайп, Джерри, рядом со мной держись. Так, все, хорошо. У меня такое ощущение, как будто я над блоком встаю. На блоке как-то в воздухе висит. Так. Ой. Ждем. Окей, ну, блин, чувак, я ничего не вижу. Смотри, за слайм.
Ждем. Ой. Блоки упали. Так. Я вообще ничего не вижу. Блин, смотри, бегай. А ты сейчас ты шлепнешься. Напрыгаешь ты. О, е, выиграл. О, 4 поинта. Нет, только 4 поинта. Нас 4-4. Ой, опять плив, нет. Ой, опять! Все блоки сзади меня разрушаются. Передо мной все рушится. Ты что, дурак? Чувак. Тут такая скорость, ё-моё. Вообще ужас. Ой! Нет, ты сейчас. Спринт паркур. I got the mo. Ой. Я видел дурака. Ой. Я прям на краю. Ой, Влад, не скидывай меня. Хорошо, все, мы в тиме. В тиме. Да блин, дураки! Какахи вонючие, а. Блин, Влад, ты какашка, как ты не упал? Какашка, and like no way to turn into the tin. Ай! С подписчиками вообще нереально выиграть, они какие-то профаны. Будет чики-пуки, да! Я упал. Окей, так, 5, у вас 5. Опять это фигня. Не, не люблю босс-геймсы, так что 5, короче. На самом деле, очень много мини-игр, тут не думайте, что их мало. Я упал. Короче, вообще, все, я проиграл в этом. Почему, в этой игре. А почему сейчас будет последний раунд? А, да? Вроде бы да. Окей. Блин, я ничего не вижу. Я в тебя верю, затащи. Ага. С ним мешать не буду, я затащу. Я тебя сверху так смотрю. Да, я смотрю за тобой. Да, если упадет, короче, я тебе скажу. Нет, я ничего не вижу. Ага. Так. А ты раз что-то видишь? Да, я вижу. Везет. Я вас вижу. Ой. Да, все. А нет, не последний. Не, я вообще в попе, я на последнем месте, так все. Так, сплив опять спринона. Так, кликаемся на островке и ждем. Нет, Андрей, отстань от меня. Ой. Чужак там живой еще? Нет. Я уже труп, я уже труп, вот. Блин, кто вообще может? Я бегу прям, вижу, сзади меня блоки ломаются. Wi-Fi, все, отстань от меня. Знаешь, что было, да? Страшно. Что все попадали вниз? Ну, это Стоунвейл скинуть. Андрей, осадь. Стоунвейл? Ко мне? Ой! Ой-ой-ой, я ж пошутил. Андрей, остань! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо кого-нибудь скинуть. Там чувак закрытился. Там чувак закрытился. Хух, я выиграл, я все отлично. Изи. Так. И чё? Тон, ага, круто. Блин, опять, доело уже. Я так счастлив. Я так рад. Меня есть. Майнервейр. Ага. Так. Ой, я играю. Опять ко мне, ну что, да? Я тоже. А, нет, я не стою. Ты говнюк. Ага, зачем я это сказал? Да блин, отстаньте. Бей к Жеке. Так. Да нет, отвалите от меня. Так. Ничего не вижу. Я тоже ничего не вижу, так чик. Уйди. А-а-а! Блок упал. Я думал, ты вниз улетел. А так заорал. Да блин, я улетел. Все, фух. Так. Ой, май. Нет, ненавижу. Фигню. Эту. Меня убили, все. Зато я живой. Я пошутил! Я пошутил! Убейте, Влада! Влада! Где моя? Видите, сломала? Убейте, Влада! Это моя! Давай, ну! Как то того? Нет, за чувак, нет, за. Да не, Влад, да блин. Нет, лучше. Как так, 9 очков уже, офигеть. О, ну, пацаны, кто выиграл? Правильно. Так, правильно, я выиграл. Ага. Так. Да? Да. Чё? В принципе, это было изи. Погоди, тут блок взял. Тут чё? Ой, всё, это последний раунд. Это последний раунд. Почему босс плейф? Потому что босс, ну, понимаешь? Ага, босс говорит плейф. Это типа последний раунд босс. Стащил. Хотя нет, стоп, я ж могу проиграть. Вот, надо Сноумейла скидывать, тут по-любому уже. Так, Сноумейл, стой. Я сейчас выиграю, у меня 7 очков всего лишь. Не, конечно, не выиграю, но я буду стараться. Скидывайте себе Влада, скину надо кидывать, а то у него много очков. А? Скидывай Влада. Да, блин, меня скинули, спасибо. Тёш, запомни, Жек. Меня скинули. Сноумейл, какашка. Ты скинул? Тебя скинули? Сноумейл выиграл.
Чё? Ладно, давайте, второй раунд. Блин, окей. Так, Супа, сейчас будут другие, да, мини-игры? Ну, надеюсь. Хорошо. Я смотрю, какая модификация будет, надеюсь, что не босс. А там в самом начале, конечно, такая модификация. Да. Раньше было все по-другому, мы уже снимали этот мини-режим. Да, думаю, мало кто помнит. Очень мало. Так, 3, 2, 1. Не упади. И модификация... Не упади с платформы. Но... Вроде бы обычная какая-то. Да, все, это обычная, как раньше, помнишь, Гарри? Бу-бу! Ты видел, тут кистели, бах, ты ему подлетели. А это моя честно, что надо делать. Так, you won the minigame, спасибо, я знаю. Да, я профан. Блин, как, знаешь, что самое плохое? Что все пытаются чисто нас убить на всяких таких мини-режимах. Uh-huh. Это прям вообще плохо, что мы... Мы с тобой не выгодно... Ладно, мы должны объединяться, мы с тобой не выгодно положение. Нормально. Что делать? Тортик! Хот потейт! Ой-ой-ой! Влад, кто с красной башкой, я того оберегайся. Да. Это я! Я успел! Отстань! Да! Фух! Влад, красавчик! Фух! Знаешь, как испугался? Знаешь, чувак наговор, он за мной бежал? О, что такое? Бей ит! Типа бей их! А что, опять ходячая картошка? Ну, справа, прыгать, Жека. Вниз, попадай! Быстрее! Да-да! Жека! Ладно, не надо надо издеваться, я тут камера хочу выиграть, понимаешь? Чешь, мы проиграли все! Я не понял. Я выиграл. Как? Я упал вниз. А! Зомби! Зумба! Хей! Хей! Что за мощь, что за зомбака? Да, какой-то он странный зомби. Да, need for зомбак. Ой, под землей, он под землей, хух! Блин, за скайбаджер. Офигел. Ааа, это у меня крипер появился! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты бы это видел. Я прям в крипере появился. Ребят, давайте вы умрете, пожалуйста. Камере нужно, камере нужно выиграть, ребят. Камере нужно выиграть. Не, камере нужно выиграть. Может, они тоже снимают. Ну, понимаешь, как бы... Я прыгаю вниз. Что это? Я источил. Они прыгнули вниз. Я тоже прыгнул вниз. Я источил, Жак. О, все. Я выиграл. Ты выиграл? Да. Вот видишь, я выиграл. Я выиграл. Что ты сделал? Я его ударил. Кого? Кто был с этой... С красной башкой? Е! Yeah! Не, вот это, конечно, рак, я тебе говорю. А там не было такой башки? Там был чувак с красной башкой, я его ударил. Я знал, я просто... Это хочу просто... подписчики выглядели. Да, я хочу, чтобы я выиграл, чтобы камера затащила. Что нужно? Я сломал, еще один сломал. А, бля, хамуха! Я два факела сломал. Почти. Ой! Пыщ! Вот скайбэджер вообще офигел. Знаешь, как было? Сафа! Пш! И все сдохли. Угу. Блин, а мы крипера можем бить? Да, можно. Я его ударил и выиграл. Что ты? Так. Именно из этого ты. Чест! Чё такое чест? Угадай вот. Да, сыр! I got to move my jack. Блин, скайбейджер, давай это ты... Поддашься мне? Пожалуйста. Хоть вот эту. Мы, ребят, меня не бейте, пожалуйста, меня не бейте, пожалуйста. Скайбэджер, ну ты какашка, я тебе говорю. Ребят, все скайбэджера бьем, скайбэджера. Только не меня. Скайбэджера, не меня. Не меня, скайбэджера. Вот, отлично. Да блин, скайбэджер. А какого фига у меня 10 поинтов, я не понял. Крафтинг тайм, что нужно крафтить? Ой, не умею. Вот, если не умею. Твои проблемы. Как? Да ёшкин матрёшкин! Я не помню. Ты скайбэджер! О, у меня мазики есть, слышишь, ребят? У меня мазики есть. Я тоже. У меня мазики есть. Не, у меня мазики остались, реально, вот. Смотри, видишь, у меня в руках мазики. Вас, стой, не бей, Тим. Скайбэджера, ищите все ищем скайбэджера. Блин, да вы что такие? Скайбэджера нужно болеть. 10 поинтов, я офигею. Дарк... Аква... Ё-моё, я не умею писать. Я не понимаю, я написал так же. Ты не так написал. Как так, как не так? Скайбэджер, вот упади, пожалуйста, вот если ты истинный подписчик, ты должен упасть, понимаешь? А какая, все равно выиграет? Ты преданный подписчик, ты должен упасть. Стоп, я должен затащить в этом раунде.
И тогда я буду в топе. Скайбэджер, давай. Ты. Ну все, ты не истинный подписчик. Ну все, какашка. Ну все, я на тебя обиделся, Скайбэджер. Ну все. Ты ничего не видишь, да, Жек? Да Влад, какашка. Слышь! Скайбэджер, давай, падай, пожалуйста. Что, пусть, а? Скайбэджер, ну давай! О, Скайбэджер улетел. Спасибо. Ее, я выиграл! Ну, еще и Брэндон Остин, конечно, выиграл, но... Ну, это не важно, главное, что я выиграл. Короче, ребята, еще один раунд сыграем и заканчиваем, да. И, ребят, если вы хотите увидеть больше таких игр с подписчиками, то обязательно пишите комментарии, оставляйте большой палец вверх под видео. Вот. Чё-то не то сказал? Большой палец вверх под видео. Ты готов, Жек? Да, я готов. Поиграть. Нет, я выиграл. Да нет. Ну, я-то выиграл, да. Южно-Жека. Да. Так, и какая модификация? О, модификации нет, отлично. Модификация — это фигня. Не понял, нет! Да, упал. Да я не успел закопать. Фух. Че, Жек, ты упал вниз? Я прикинь, я начал копать руду, и передо мной чувак подходит. Ты упал вверх, я угадал. Это ты, да, сделал? Ты сделал, конечно, да. Поэтому у меня один поинт. Тебе будет Жека-Жека. Раз, два... Три! Четыре! Да! Я тоже пошел. Это было изи. Да, это было изи, конечно, но... Виси на последнем месте. Это за то, что вчера нас сливал. Ой, тихо. Да, я выиграл, да. Ты взрослый? О, я тут упал! Всё, я сделал. Да, скайпер уже опять на первом месте, вы что, издеваетесь? А, один тип! Софа! Бич! Так, хорошо. А я выиграл. Скайбэджер, читер. 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 Ой, что мне делать? Что, ёшкин матрёшкин? Меня ударил Рики. Мистер Рики Студио. А, Сиревал. Сиравл, вот. У меня Рики сзади подкрался, и бах. Майн заблок! Не успел! Ёшкин, какашкин. И кто же? Никто не выиграл? Скайбэджер опять! А кто ещё? Одел! А чё, дай им за этим, be careful. Чё? Чего? А, нужно было переименовать куртку. Как я переименовать? На Квани не было. Да, я ударил Сиравла. Да, вот, Влад, я отомсту за тебя. Засранец, а? Слышь, вот, я отомсту за тебя, ударил Сиравла. Ага, я прям не ударил. Грявла. Всё, пришёл. Нет, ну нет, пожалуйста. Бах! Ну как он перелетел? Попал! Да, попал! Честно? Я попал. На платформу! Да блин! Да! Ё-моё! Мучительно будет, 5 очков всего лишь. О, Скайбэджер, ты чё? А чё вниз падает, Я не понял. Чё нужно сделать? Да, мы проиграли. Крутяк. Так, прицел. Владус! Твой! Ба! Да! Это победа! Я перекинул. Ух! Кто стащил? Вот сам стащил. А чего ты столько, сколько у меня? Так что... Нет! Ой, май гад! Да блин! Я улетел. Всех раскидаю! Твопа на спавне, просто... Короче, все убиваем Влада. Слышь? Пацан, ты чё попутал? Ой, я порезал. Еще одну порезал. Зарезал. А чё ты? Блин, Скайбэджер опять тащит. Но он достоин победы, он. Ой, нет. Нет, пожалуйста, ребята. Все же, тихо, на! Они на меня же. Все на меня, да, ну, блин. Скайбэджер убили, Нет. Скайбэджер не убили. Фух, 7 поинтов. Я на втором месте. Ага, да, на втором. Лидирую. На 10-м, с конца. Да, с начала. Нет, сначала. Да, сначала. Ну да, сначала. Не, значит, давай с конца. Так, в общем-то, ребята, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну, а с вами были Жека. Влад и подписчики. Да, подписчики. Все. Подписчики. Да, и всем удачи, и всем пока.